Долгожданный полет свободы. Орлан Белохвост успешно прошел курс реабилитации в заповеднике Дарвинский и был выпущен на волю. Тему продолжит Наталья Дуркина. Напомню, Орлан Белохвост был найден вблизи деревни Пылемец в апреле прошлого года. Я приехал сюда, получается, в 12 ночи, в начале первого. Вот. В эту же ночь я ВКонтакте информацию скинул, то что такая-то ситуация. Вот. Ну и ждал, что дальше это, куда обращаться. Вот. Сегодня съездил в департамент природных ресурсов, вот, оставил свои контактные данные, сказали, ждите, позвоним. Николай Канев отвез птицу в ветклинику «Четыре лапки», где Орлану был сделан рентген и необходимые процедуры. Огнестрельное ранение с внедрением пули в кости. Хозяин хотел, чтобы мы убрали данные пули, но данная процедура навредила бы хищнику, поэтому мы этого делать не стали. В дальнейшем птицы будут летать, потому что не повреждены мягкие ткани, то есть дробь не попала в мышцу. По словам ветеринаров, птица должна была находиться в закрытом помещении с хорошим питанием, пока не будут восстановлены полетные функции. Так как квартира Николая не оборудована для выхаживания раненого бойца, сотрудники Департамента природных ресурсов провели переговоры с заповедником «Дарвинский». Благодаря оперативной работе через пару дней Орлан Белохвост обрел новый дом. Там его окрестили именем Нарьян. У него было перебито крыло, кости перебитые. Помимо того, что вот эти кости стращивали, делали ему много уколов, доставали дробь из крыла, но смогли, в общем-то, его реабилитировать. Он был некоторое время в специальном корсете для того, чтобы не повредил себе крылья. И вот, в конце концов, он уже у нас заново учился летать в нашем круговом разлетном вольере. За время реабилитации Нарьян нашел себе подругу Василису. Они проходили реабилитацию в одно и то же время. Так и познакомились. Не уверена, что у них образуется пара, но вот они вместе учились летать. Недавно они покинули специально сооруженный вольер и были выпущены на природу. Наталья Дуркина, Леонид Шишилов, телеканал «Север».